Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о правилах дрессировки маленьких пород собак. Многие владельцы маленьких пород собак, смотря на небольшие размеры своих питомцев, ошибочно считают, что дрессировать их не нужно, а иногда и вовсе излишне балуют их. На самом деле маленькие породы собак нуждаются в дрессировке не меньше крупных лающих. Чтобы тренировки и воспитание шли только на пользу и никак не во вред, представляем вам правила дрессировки маленьких пород собак. Дрессировать маленькие породы собак необходимо с раннего детства. Чем раньше вы начнете воспитывать своего питомца, тем меньше проблем вы будете иметь с ним в будущем. Начинайте знакомить щенка с правилами поведения, как только он попадет к вам в дом. Хорошо, если перед этим вы проконсультируетесь с кинологом об особенностях воспитания породы вашего питомца. Все-таки у каждой породы есть свои индивидуальные особенности. На первых этапах дрессировки общайтесь с вашим питомцем на одном уровне. Не нависайте над вашей маленькой собакой, когда учите ее командам. Некоторые породы могут испугаться такого обращения с ними. Лучше садитесь на колени или корточки, опускайтесь на пол, когда занимаетесь воспитанием любимца. Во время дрессировки всегда учитывайте характер питомца. В каждой собаке декоративной породы скрыта личность. Например, пудели уверенные в себе и быстро осваивают команды, а вот мопсы менее решительные, и им на изучение нового может понадобиться не одна неделя. Учитывайте тот факт, что основным методом дрессировки маленьких пород собак является поощрительный метод различными лакомствами. Ни в коем случае не кричите на вашу собаку, не применяйте по отношению к ней силу. У маленьких пород собак хрупкое строение тела и слабая нервная система. Даже легкий хлопок по корпусу может нанести серьезный вред здоровью питомца. Проводите дрессировки в формате игры и за каждое выполненное задание поощряйте любимца лакомством. При дрессировке собаки маленькой породы используйте только подходящие по размеру игрушки и специальное снаряжение. Легкий ошейник и поводок помогут избежать травмы шеи, а с небольшими игрушками и снарядами для тренировок вашему питомцу будет удобнее учиться новым трюкам. Таковы основные правила дрессировки маленьких пород собак. Занимайтесь воспитанием своих питомцев, заботьтесь о них и регулярно уделяйте им внимание. Тогда ваша собака будет вас только радовать, а не создавать вам лишние хлопоты. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!